интересно, у тебя full виток пошел? Да, я потом и завязал баночку. Хоть нам 10 минут, но подаешь покачаться, блядь.
Девка, так все нормально, можете подняться. Так, мы сегодня мы специально боксов, ну, боксы выкачили, чтобы в катах сходить. Нормально. В плане того, даже те же сопов. Ебать, соп сейчас дорогущий был. С первых этих сапр Б всех убили. Это, блядь, пизда, взрыв будет. Сопы просто будет неимоверно будут стоить. Сопы, да. Я вот думаю, сейчас гнома выкачу и пойду соп по сполю. Это, конечно, часа три качать. Не, вам с вами заебись, когда выбирать так десятым плюс там в топ-кланах, конечно, там, блядь, вы знаете, что куда. В курсе последних событий, что надо делать, там, за экономикой, ты сможешь успеть. Да. Я если что, стримлю, пошёл. Да, я по своему пришло в том, что на самом деле, блядь, как это называется, хуйня-то. Чё? Ну, если бы сейчас было там лямов 10-15, там было бы, я сейчас пошёл как-то бы стоп, блядь, на рынке все. Ну, понятно. Сколько там надо? 500 сопов, я так понимаю, да? Угу, да, СЛС. У меня сейчас было 500 сопов, я поднялся, блядь. Уже? Просто изи-бризи, кач. Изи-бризи. Да, я уже Крис хочу СС сделать, но я вот думаю сейчас, может, на чем-нибудь поднимусь гномом. О, бля. Что нам сделать? Что-то я туплю уже. Масела. Убегает. Почему мне не дали? This is the age when you must win.
то, что нажал. 6000 сосок. Понятно. Ладно. А что ты говоришь, сопы в катах? Там много сопов, что используется? Я тут.
Я говорю, а что ты говоришь в катах? Там много соп используется в катах? Ну, с катов начнете, потом можете пойти в этот Swamp of Screams. Там поспорить. Что-то я не помню, как ты сдал квест, мне не дали этот билеты на оружие, типа, с него, блин. Естественно, почему. А, и дела. Да блять! Блять, не заебался, сервер, отвечаю нахуй уже, блять! Че такое? 68, блять, охуеть, просто охуеть, блять. Печально. Спасибо, блять. Конечно, на, блядь, ебаном шее нету, блядь, соя, нахуенно. А что тебе, чувак, делевел, ебанем? Или нет? Давай, больше дебафов, сука, блядь. Реально этого дерьма устал просто, и реально я месяц, блядь, бомбанил нахуй. Что день-два такого и, блядь, зашквара, блядь.
Мне, кстати, сегодня свет уже два раза вырубили с утра, просто, блядь, какой-то пиздос, нахуй. Причем вообще во всем доме есть, у меня какой-то зашквар, блядь, начинается. Почему там, не знаю, неделя на то же самое у него вопрос, блядь, вот именно, блядь, что-то, ну, окей. Вам и так хуёво, вот там ещё хуёво, чтобы было, блядь. Когда играем, там дальше там как-то качаемся, хоть приходим, там хоть как-то пытаемся догнать, что там сделать, там качаться. А, да? Ну ладно. На, нахуй, минус свет тебе, блядь. Охуенно, блядь. Хотел бы в 16 году без столбы не Пашок, а у тебя пальчиков нет, да? Никаких?
Блять, надо позвонить нахуй, блять, матери теперь еще, блять. Блять, заебут, нахуй, отвечали, заебут. Одна, блядь, другая, блядь, третья, блядь, начинает, блядь. Просто, блядь. Ой, я вчера общался с твоей Полиной, и что? Ну, она думает, что типа, там тебе кто-то появился, тролливай, вы, блядь, вы чего, серьезно, вы меня заебали, то она сейчас тертыч начнешь, такая, ну ладно, мать говорит, ну ладно, давай пока. Пока, блядь. Как легко испортить настроение, да, Пашок? Ты просто, ну нахуя эти темы эти изучать, потому что каждый, блядь, просто каждый день одни и те же вопросы, блядь. Ой, я общался с Полиной, думаю, что какая-то там девка появилась. Так а чё, когда она приедет, блядь, тоже? Ну, когда учится, как приедет. Мне, блядь, вообще поебать, мне хило, мне сейчас, ну, как бы, я сейчас хочу, ну, я вот сейчас играю, как бы, блядь, нет, блядь, срать вообще. Не, блядь, какие-то тёлки мне появляются, блядь. Я что-то пока об этом, блядь, тихо не знаю. Бля, пиздец, даунская хуйня, короче. Может, из-за того, что в пати? Сдохни, ебать, курина.
Блять, сука, даун. Блять, так и знал, что так будет. Алло. Охуеть, конечно. О, блядь. Пизды дают. Привет. Блять, так зафачиться нахуй с этим квестом, это, блять, надо, сука, уметь. Эй, ебучие рога, блять, куда идти-то нахуй? Один. Сирачок, заебись. Лайн большой. Да, полностью классика.
Сейчас мне мишки отпиздят, блядь. Просто отправят домой, нахуй. Блять, разговоры ни о чем, блять. Начни. Почему нет? Сразу боксов все выкачивай просто, и нормально будет все. Знаешь, как, блядь, зафачиться нахуй, Паша, с квестом, блядь, на 15-м левеле, блядь. Просто нахуй забыть отключить этот опыт ебучий, блядь. В смысле учить опыт? Ну, вот этот квест, который, типа, на 15-м левеле, понял? Так. Я отключил опыт. Блядь, что за хуйня? Сейчас. А как ты отключил опыт? Точка меню, экспов. Блядь, лол. И забыл его включить, когда сдавал, нахуй. Теперь, блядь, стою, нахуй, в глудине мишек пищу, блядь. Я у мамы молодец. Ну, типа того, да. Ну, а чё ты основу докачаешь потом до 62-го или до 64-го, а потом у тебя бафа не будет? Как ты дальше будешь искать пати? Из пати, блядь. Если так хочешь стартовать, стартуй каким-нибудь этим ФСом. Самое, мне кажется, профитное. Если ты уж не хочешь выкачивать окна, то ФС пошел ебашить. Изи. Еще паук отпиздит, да? Еще они сели, блядь. Они желтые мне. Так, тут какашки валяются. Изи катка, да. О, нахуй, охуенно, фул хп. О, бля, вот это пиздато.
Только толку, блядь. Хотя, ненормально. Так, я сейчас проебался тут. Со всей хуйней. Зато адем набью. Бля, где мой стан, нахуй, отпишу, блядь. Все, нахуй, крафт. Да, лимит на окна есть, 3 окна максимум. Ребят, меня сейчас порешают. Пошу. Прошу, дай добью. Бля. Эх, аж пидорас. Безбежи, такое. Пизду этого гнома, блядь, потом докачаю. Что-то, блядь, вообще не идет. Непруха. Бля, блять, конченые нахуй садятся, понял, продавать Common Talum Heavy, типа, по 900к, нормально, у меня все съебало. Интересно, кто-то покупает. Делать нехуй, валец может поиграть.
Ну, ранговые не включены.